Привет, друзья! Ну, мастерская художника, видите сами, да? Там меня попросили про картины рассказать, потому что у меня там одна дама любезная, она прислала такое письмо. Она написала: «Как это здорово, что вы ставите свои картины, потому что в комплексе они дают необычайный эффект. Я, говорит, вообще, говорит, люблю импрессионизм и другие направления живописи. И когда смотрю ваши картины, в комплексе с тем, что вы рассказываете, как-то это, говорит, так воспринимается необыкновенно по-другому. Я вам очень благодарна, я вам тоже очень благодарен за такое письмо. И поэтому я вообще считаю, что художник, творец, стихотворец, творец, певец, который ищет интонацию, чтобы в момент, когда он пел, было слышно, о чем он поет, а не его было видно и его голос, а именно о чем, чтобы образ разворачивался перед человеком, который его слушает, и он погружался в это. Да-да-да, это все очень интересно. Органы чувств, 5 органов чувств. Кто лучше воспринимает цвет, кто-то лучше воспринимает запахи, кто-то звуки воспринимает. Кто-то кинестетику, телесные ощущения. И вот когда человек входит в этот образ, происходит голограмма. То есть по существу у него происходит вот этот квантовый скачок, так называемый, вот этот триггерный переход из этой суеты, ну такой вот пыли суеты и рутины. Как говорит наш Федор Макаров, рутина. Да, переход происходит, состояние такое необыкновенное. Да, я вам хочу сказать такую вещь, что можно вот этот скачок, триггерный скачок или квантовый скачок, так называемый, осознанно сделать, плавный такой переход сделать. Можно сделать это дробно и можно сделать это, ну так сказать, сознательно. Выйти на это состояние, вот этого необыкновенного состояния ресурсного, в котором вы можете мечтать о желаемых переменах и в себе, и в своем будущем, и развивать желаемые качества и способности, о чем мы скажем в вебинаре, как улучшить свое самочувствие и сон за неделю по методу ключ. Это очень интересно, потому что, еще раз, я расшифровал вот этот триггерный квантовый скачок, переход из обычного состояния в танцевое. Я расшифровал его и могу вам там рассказать в алгоритмах, как это сделается плавно, мягко, осознанно, сознательно и управляемо по вашей собственной воле. До встречи, друзья!